С этой хлопушки началась моя работа в кинематографе. И вот сегодня, оглядываясь на прошлое, я могу сказать, что эти годы прошли недаром. И я верю, что еще не раз эта хлопушка возвестит о начале нового дубля и новых съемок. Меня зовут Инна Мишель Мари Фридланд, и мой первый фильм навел ужас. Я снимаю в стиле Хичкока. Дядя Альфред может мной гордиться. Я люблю кинематограф, особенно мультипликации. Надеюсь, это взаимно. Меня зовут Виктория Николаева, обычно все меня зовут Вика. Я всегда хотела снимать фильмы и быть оператором, но сейчас у меня не так хорошо получается. Я всегда шатаюсь. А так мне нравятся триллеры, комедии, ужасы и мелодрамы. Но актрисой всегда быть лучше. Я оператор. Чтобы лучше понять жизнь, я смотрю на нее через визир видеокамеры. Любите ли вы кино так, как оно любит меня? Меня зовут Ростислав. Я очень, очень люблю кино. И я люблю его особенно смотреть. А еще я хотел бы его сделать сам. Но не знаю, получится или нет. Надеюсь, что да. Я очень люблю кино. Особенно в выгодном телевизионном ракурсе. Я люблю кино. Особенно процесс съемки. Меня зовут Катя. Я очень люблю кино. И надеюсь, она тоже полюбит меня. Я кино люблю. Все. Я люблю рисовать. Поэтому я занимаюсь анимацией. Рисование помогает мне выражать мои чувства и мысли. Я люблю мультфильмы, особенно люблю их рисовать. Я люблю белый шоколад и ванильное мороженое, но больше всего я люблю кинематограф. В этой жизни есть много вещей, которых человечество не способно понять. Например, принцип работы синхрофазотрона. Но одно в этой жизни ясно – я люблю кино. Недавно я прочитала книгу «Парфюмер» Зюскинда. И я хочу сказать, что для меня кино – это как концентрированная эссенция самых ярких впечатлений в нашей жизни. За это я и люблю кино. Кинематограф – это одна из тех вещей, что не имеет границ. С помощью него мы можем совместить реальность и фантазию. Я люблю кино. Я хожу на студию уже 3 года, и мне здесь очень нравится. Кино – это главный учитель жизни 21 века. Я очень люблю снимать фильмы. Кино – это искусство. Я люблю снимать фильмы, а также смотреть их. Мы готовим документальный фильм о Марту. Премьера фильма состоится весной 2007 года. С киностудией Max Video у меня взаимная любовь. Я провела здесь лучшие годы своей жизни, то есть 5 лет. Я сделала много разных фильмов и участвовала в разных телепередачах. И киностудия мне очень сильно помогла. Во-первых, она меня многому научила, а также вырастила. Сейчас я профессионально занимаюсь дальше, изучаю медиа. Я очень благодарна киностудии Max Video за то, что они сделали меня такой, какая я сейчас есть. Вначале было слово. Потом это слово я узнала и попала в Max Video. С тех пор мои отношения с искусством неразрывны. Спасибо партии за это. Зачеркнуто, спасибо Max Video за это. Hello! Хочу поздравить студию Max Video с 10-летием и в наступившем уже 2007 году пожелать всем мексовцам большой, неисчерпаемой, непотопляемой, горячей, крепкой любви к кинематографу. Всем успехов, удачи! Пока! Съемочная группа новостей телеканала ТВН поздравляет студию Max Video с юбилеем, желает творческих успехов и побед на международных фестивалях. Thank you.
Шпилька. А почему ты Ну да. Уверен? Да, была запись. Рада встретиться с вами. Все нормально? Нет, все нормально. Минуточку, минуточку, я дам вам сигнал. Теперь идите к шатру. Все, 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 все. Открыты! Открывайте. Все вниз. Спускайтесь. Говорите, говорите друг с другом. Ты мне сказал, болит? Слушай, ты мне сказал? Держитесь за руки. Шире, шире. Все вместе. Все вместе. За руки. Маэстро. Давайте же возьмемся за руки. Thank you.